Сегодня мы готовим к отгрузке алюминиевый самосвальный полуприцеп производства компании Grünwald. Совместная разработка с бельгийским производителем Stas Body System. Объем кузова 27 кубических метров. Кузов квадратного сечения. Полностью алюминиевый. Собственный вес полуприцепа вместе с запасным колесом 5 тонн 750 килограмм. Полуприцеп с оригинальным исполнением передней и задней стенки. На данной модели установлена резина марки Michelin. Подвеска у нас пневматическая. По классике это BPV. На барабанных тормозах. Ленивец. Передняя ось подъемная. Крылья. Компания Grünwald уже производит под своей маркой. Прочная надежная рама полуприцепа. Управление пневматической системой ВАПКО. Инструкция по работе с полуприцепом для водителя. Посмотрите на шикарное исполнение швов. Произведение технического искусства. Легкий балкон. Гидроцилиндр. Традиционно одна из самых известных и престижных компаний мира по производству гидравлического оборудования Хива. Рабочее давление до 220 бар. Гидроцилиндр тоже оригинальный для такого легкого полуприцепа. Запаска крепится на передней стенке. Оснащена лебедкой для удобства работы водителя. Тент. Пневматическая подвеска. Ленивец. Седло уже смазали. Техника готова к отгрузке. Будем рады предложить вам продукцию завода Grünwald. Обращайтесь, пожалуйста, к компании Автобау. Меня зовут Евгения. Всем отличного дня!